Нормально, и да, вот пошла вода. Отсюда пошла и... Что я сделал? С вами Рэй, и решительно желаю здоровья, а также прекрасного настроения всем смотрящим данное видео. Мы продолжаем наше приключение в замечательной игре Dig or Die. Вуаля! Теперь нужно сделать так, чтобы вода, которая приходит сюда, чтобы она уходила и туда в том числе. Ну, пожалуйте, вот. Если что, теперь как мне подышать, ну, придется временно. Да. Сделать вот так и вот так. Конечно, потеряли некоторое количество жидкости, но это все временно. Это все временно. Теперь смотрите, здесь мы можем наши компьютеры развивать просто в бешеных темпах. Монстров здесь никаких. А энергии здесь просто неисчерпаемый колодец. Чего еще хотелось бы? Конечно, хотелось бы поднарубить дровишек. Потому что такое ощущение, что дровишки у нас подзаканчиваются. Также собрать белых цветочков в конце концов. Дело такое, дело нужное, дело важное. Возможно, сейчас подзакупорим еще какой-нибудь участок, чтобы вода сливалась и с этой стороны тоже в нашу систему. Что-то не так уж много белых цветов, уже. Я не совсем радует. Давайте это уберем, вот это дело. Чтобы вода отсюда тоже лилась. Теперь система будет наполняться еще с большего количества источников, что, естественно, усилит наши возможности. Теперь плотинка, которая наверху, не является нашим основным источником энергии. Перестает таковым быть, потому что основной источник энергии, даже несмотря на суперкрутую плотину, у нас находится теперь вот здесь будет находиться, то есть там, куда идут провода. И сколько воды сразу стекло, потому что опять же я огромный источник перенаправил, огромное количество воды просто перенаправил. Ну и это стекало, то есть достаточно не слабо, но уже продолжает наполняться, что немаловажно. Давайте на самом деле вот будем ставить вот куда-то вот сюда, здесь гораздо безопаснее. Раз, два и три. Проводочку возьмем. А, ну да, естественно, пока они не дают мне пол прироста, потому что... Ну, потому что пока столбик не накопился. Но как он накопится, тогда начнется. Ну, сюда вода пошла. И здесь вода уже на полную работает, на полную катушку, то есть наша плотинка с этой стороны наполнена максимум. Давай, попробуем последить, как это у нас происходит. Мне просто интересно, насколько хорошо получилась наша реализованная моя задумка. Так, вверх вода идет, сверху, в смысле, поступает. Угу. Ну, то есть вот сюда уже вода дошла. Теперь я обеспечен постоянной работой телепортера. Вот этого вот. И давайте, наверное, даже его немножечко усилим. В каком отношении усилим? Отношение... Вот здесь я хочу поставить. Так. Это может быть песком. Успел. Да. То есть чуть-чуть еще, мало ли, был какие-то суматошные монстры. Но с этого телепортера теперь я смогу в любой момент... Телепортера? Телепортатора. В любой момент смогу и с него уйти. Дверь отсюда можно уже убирать. Она теряет свой смысл. Как, в принципе, и здесь она теряет свой смысл. А использовать двери, ну, мы придумаем где. То
принципе, в целом, я доволен результатом за эту серию. У меня появилось достаточно большое количество энергетических ресурсов, которые я хотел, чтобы у меня появились. И они у меня появились, и я этому очень даже рад. Усилим здесь свои позиции. А слабенькие пушечки давайте поставим на менее опасные уже участки, потому что мы там особо по ночам сами не светимся. Смотрите, вода со всех сторон вливается в наш единый... Давайте, пойдем за водой. И даже там, смотрите, ее переполнение небольшое. Вот откуда была эта вода. Просто плотина переполнялась. Немножко напор шел такой, что не успевала вода перекачиваться. Давайте сделаем, чтобы успевала. Здесь такой узкий участок. Давайте здесь. Нормально, и да, вот пошла вода. Отсюда пошла и... У-ху, что я сделал? Чух, бульк. Так, попробуем потерять не сильно много. Чу, я исполнил. Но... Суть-то в чем? Суть в том, что энергии у нас теперь. Как я понимаю, нет, хоть попом ешь не случилось, да? А почему? Потому что наверх пока вода еще не успевает распределиться. То есть эти вот системы, пока вот, которые должны, по идее, в потенциале еще плюс 15 нашу систему закачивать, они просто еще не наполнились достаточно. Что ж, это тогда не... Капли нам не мешает. Все это дело. Попутненько. Улучшить здесь. Что мне нравится, что это такая большая прослойка идет. Ну и вернем непосредственно плотину на место. Да, сейчас, конечно, она пока еще не... обрабатывает полностью система. Здесь столба воды, которая здесь образуется, достаточно, чтобы вода шла, как вы помним. Да. Пора отсюда валить. Что ж, ребят, наверное, да, на этом мы будем потихонечку завершать нашу серию. В целом, серия была в основном посвящена тому, чтобы получить действительно мощный источник энергии. В потенциале в будущем этот источник энергии будет действительно реальным подспорьем. Наша оборона точно так же попутно была усилена. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был я, Рэй. Пока-пока. Счастья вашему дому и до следующих эпизодов. Понравилось видео? Не будь редиской. Поставь лайк и оформи подписку.